Итак, ребята, всем привет! Всем еще раз большой-большой привет! Запись экрана ведется с моего Hackintosh'а. Это неподдерживаемый ноутбук на Intel'е, 5-е поколение. MacOS Ventura 13.1 и доступно нам обновление 13.2. Давайте посмотрим, зайдем в основные обновления ПО. Давайте проверим наличие обновлений. То есть, как вы уже поняли, в этом видео пойдет речь об обновлении номерной версии macOS, то есть 13.1 сейчас, мы обновляемся до 13.2, на неподдерживаемом системой Hackintosh, ноутбук 2015 года. Нам доступна macOS Ventura 13.2, потому что мы с вами выбрали при первой настройке SMBIOS MacBook Pro 2017 года. А как мы все знаем, Ventura поддерживается, начиная с 2017 года компьютера. Поехали, нажимаем «Обновить сейчас». Сразу нам лицензионное соглашение. Принимаем. Идет загрузка. Как только загрузка завершится, я перейду на телефон. В данный момент у нас идет скачивание. Обязательно держим на компьютере, если он не поддерживаемый, OpenCore Legacy Patcher. На данный момент вышла новая версия 0.6.1. Ссылочка будет у нас в телеграм-канале. Как попасть в телеграм-канал? Давайте поговорим, пока скачивается. То есть вот у нас, давайте на YouTube зайдем. Наши подписчики и просто люди, которые проходят мимо, это касается всех. Так как очень много вопросов касательно нашего телеграма, и чтобы вопросов не было, мы прикрепили QR-код. Мы берем телефон, открываем камеру, наводим камеру на QR-код и попадаем в телеграм-канал. Ссылочка, вот она, находится здесь. Но у нас теперь есть еще QR-код. Также, если перейти о канале, то есть вот сюда, перейти о канале, тут тоже есть телеграм. Ничего сложного нет. Мы просто уже устали повторять одно и то же. Вопросы есть из разряда, знаете, а где телеграм-канал? А как найти телеграм-канал? А почему ссылки нету на телеграм-канал? Я думаю, как нету? Ну как нету, если она вот и вот? Как нету ссылки? Вот для таких людей теперь прикреплен QR-код. Наводим телефон и подключаемся к нашему телеграм-сообществу. А тем временем у нас уже загрузилось 2 гигабайта, и мы ждем, пока загрузится данное обновление. Обычно обновление, если там ничего нету, весит 1,5-2 гигабайта. Здесь же оно весит почти как установочный пакет. Там есть изменения в безопасности, очень много изменений в безопасности. Safari, новые обои, новые возможности iCloud, шифрование вот это, про которое мы говорили. Очень много всего есть. Рядом со мной стоит MacBook Pro на M1 Pro на чипе Apple и пишет звук, чтобы звук был более-менее приемлемый. Итак, ожидаем. После того, как завершится, мы перейдем на телефон.
Ну вот, ребята, завершается у нас подготовка. Мы переходим на телефон. Ну вот, ребята, мы перешли на телефон. И теперь ожидаем нашу перезагрузку. OpenCore мы при этом не редактировали. Его редактировать не нужно. Он изначально у нас правильный, верный и самый последний. 0.8.8. Самыми последними версиями Kexta. Вот теперь мы берем и перезагружаем наш Hackintosh. Закрываем системные настройки и нажимаем здесь «Сейчас». Перезагружаемся и наблюдаем. Для вас будет все ускорено. Теперь мы вводим наш пароль. Опа! Теперь у нас отвалилась наша графика. То есть нету ускорения. Мы сразу видим, что у нас 4 мегабайта графики. Открываем снова OpenCore Legacy Patch. После обновления делать это обязательно, так как компьютер у нас официально не поддерживается. Данную графику выпилила Apple на WWDC 2022. Патчим нашу систему опять. После каждого обновления нужно патчить свою систему на графику. Нажимаем перезагрузить. Вводим снова пароль. И я перехожу на экран Hackintosh. Мы обновили наш компьютер, ребята, до macOS Ventura 13.2. Графика у нас снова ожила. После каждого обновления нужно патчить систему OpenCore Legacy Patcher, так как данный компьютер не поддерживается. Это касается неподдерживаемых официально
ноутбуков и компьютеров. Haswell, Broadwell, Sandy Bridge, Skylake. Хотя на Skylake там можно замаскировать встроенную графику под Kaby Lake. И все будет шикарно. Давайте покажу. Версия 13.2. Отчет о системе нажимаем. Графика монитор. Metal 2, все работает. Как видите, реальность такова, что ничего страшного нет. Все обновляется. Все можно пропатчить. Компьютер официально не поддерживается, но пользоваться можно. Работает очень хорошо. Если видео понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал. Подписываемся на телеграм-канал. А я с вами прощаюсь. До встречи в новых роликах. Всем пока-пока.